У гэтым годзе ў Гомелі адкрыецца лыжароллерная траса. Канкрэтныя тэрміны пакуль не агучваюцца, але ў планах абласнога ўправлення спорту і турызму правядзенне на гэтай трасе жнівеньскага Кубка Беларусі па біятлоне. З праектам азнаёміўся Алег Сінцюроў. Институт «Гомель громадян проект» установлен с великим практическим опытом. Сярод опошних распрацовок комплекс будинков областной дитячей больницы. Лыжароллерную трассу по проекте института будували так само, але было это годов 10 тому назад у Жлобине. Перед початком распрацовки лыжароллерной трассы у институте ознайомились с проектами, которые уже реализованы у інших областных центрах Беларуси. Наш вариант оказался не только функциональным, але и экономичным. Справа у тым, что трасса будет находиться каля веслярного канала, что дозволить робить при необходимости снежной покрова с минимальными затратами. У некоторых городах для этой мэты вырашили выкарыстовывать воду со сведровин, у вынику чего эксплуатация оказалась вельми затратной. Причем только непосредственно трассой, якая будет находиться каля веслярной базы по улице Луговая, у Гомеля вырашили не обмежевываться. Проектом предусматривается строительство самой лыжароллерной трассы, дистанция 1 километр и возможность различных дистанций других формировать кратно 500 метрам. Плюс у нас организован биатлонный стадион. Это полуоткрытый биатлонный тир на 24 стрелковых места, дистанция стрельбы 50 метров. Плюс трибуны, вакс-кабины для переодевания, хранения инвентаря и так далее. И система искусственного снеживания. А прочатого на лыжароллерной трассе будет установлена система видеоназирания. Это позволит сделать ее эксплуатацию более безопасной. При том, что користаться трассой смогут как обычные гомельчане, для которых организуют прокат лыж, так и спортсмены. У первую очередь разговор идет о биатлонистах. Причем имеется на увазе как организация тренировочного процесса, так и проведение спаборництв областного и республиканского уровня. Город Гомель уже заслужил непосредственно вот именно такую трассу. Потому что и отделение биатлона показывает неплохие результаты, и набор у нас хороший, и постоянная передача в высшее звено в училище и Новополоцкое, и Витебское биатлонистов. Поэтому ребятам надо своя территория, свое место для тренировок. И это место будет ничуть не хуже, чем другие лыжероллерные трассы. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».